Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке видел разное. Но не белую папаху, а от души нахлобученную победителем боя на голову судье. И слышал разное. Но чтоб вот так, в открытую, на чистом английском, кто-то осмелился заявить тысячам местных ирландцев, что вы, ребята, неплохие, но в России население в 40 раз больше, а потому финалы абсолютного бойцовского чемпионата UFC надо проводить именно в России. Такого Мэдисон еще не слышал. В ответ свист, улюлюканье. Но он сказал все, что думал. В восьмиграннике стоял боец Хабиб Нурмагомедов. За 5 минут до этого болевым приемом на руку кимурой, уложивший американца Майкла Джонсона. Теперь Нурмагомедову Джонсон не интересен. Есть фигура покрупнее, которая пока ограничивается перебранками и встречи с Нурмагомедовым тщательно избегает. Как там дела у Конора Макгрегора, поинтересовался у Хабиба Мурат Латипов. Самый прибыльный турнир в истории UFC, 17 миллионов долларов, сопровождала куча скандалов. Макгрегор на пресс-конференции с Альваресом махался стульями, как мушкетер. Он же в подтрибунном помещении пытался устроить драку с Хабибом Нурмагомедовым. Он же заработал больше всех – 3,5 миллиона долларов. За всем этим позабылось, что за титул с Альваресом должен был драться Хабиб. Неужели президент UFC Дэн Уайт попросту обманул россиянина? Сначала сказал «да», а потом передумал. Они кого-то считают своим. Я точно не свой. Хабиб молчать не стал и после победного боя с Майклом Джонсоном взял в руки микрофон. Население Ирландии 6 миллионов человек. В России 150. Раз Макгрегор считается сильнейшим, я хочу драться с вашим цыпленком. Почему цыпленок? Цыпленок, не знаю, Макгрегор, Макчекен, Макдональдс, ребят, это движение. А цыпленок, именно не то, что цыпленок, это имел в виду я курицу, имел в виду чикен. Я представляю нашу родину, Дагестан, Россию. У России символ орел, у Дагестана символ орел. У меня такое чуть тяжелое имя для американцев, меня в Америке знают как орла. Так что я хотел, чтобы они почувствовали разницу между орлом и курицей. Разницу почувствовать, если удастся, то не скоро. В UFC уже объявили, Макгрегор до мая 2017 года биться не будет. Его девушка ждет ребенка. Ей нельзя нервничать. Вошли в положение. Послушать Хабиба ему все равно, с кем драться. Есть пояс? Подходи. Нет его? Свободен. Мне 200 лет не интересен Конор. Единственное, что меня интересует, это у него пояс. То, что я буду с ним сражаться, можно сказать, во всех полях. По всех уровнях. Хочет на языке, хочет драться, хочет там за кулисами. Разницы нет. Как мы в детстве говорили, я ему даже далеко плеваться не проиграю. Сразу после схватки в Америке Хабиб прилетел в родной Дагестан увидеть отца. С ним о боях ни слова. Есть дела поважнее. Я думаю, здесь можно чуть-чуть трибуны сделать на 2-3 ряда, чтобы люди могли сидеть. Для Хабиба отец, понятное дело, авторитет. Своего тренера и учителя слушается беспрекословно. Во все времена отец – это номер один человек. Конечно, мы обязаны любить матерей больше. И мы не говорите это. Так, в общем, отец – это все. Я не скажу, камера скажет. Я думаю, он догадывается. Вы друзья? Нет, мы не друзья. Для него я всегда был авторитет, а для меня он сын. В планах Абдулманапа Нурмагомедова переделать бывшую правительственную гостиницу в современный спорткомплекс, где вырастут новые чемпионы. Сейчас у него 28 спортсменов, за ними наблюдают 32 камеры. Пропустить тренировку можно, но только по одной причине. Надо выяснить, почему он не выбежал перелом, можете его спасти. А другие моменты больнее, у кого-то чего-то всегда что-то болит. Тогда что ходить на тренировки? Строгость и дисциплина. Так воспитывал сына, так и остальных воспитывает. Провинился, ступай на аллею штрафников. Рыть лунки, подсаженцы. Хабибу везет. Пока. Я успею, я думаю. Но пока что я не успел, но по-любому он найдет, к чему докопаться. В этом плане он серьезный критик. Вы жесткий или жестокий? Я бы сказал и так, и так. Но используй для них. В конечном итоге вам спасибо говорю.
Некоторые говорят, вы мало наказывали. Страшновато, но это для посторонних. Таким отца Хабиба Нурмагомедова видели немногие. Ну, мы собираемся каждый год 31-го со всеми моими спортсменами. Подводим итоги и ставим задачи. Ну, я бы сказал, мне там становится намного легче. Потому что итоги хорошие? Потому что они радовали меня за этот год. Это ни с чем не сравнимаешь. Мечта Хабиба когда-нибудь подарить отцу пояс чемпиона UFC. Правда, по словам Нурмагомедова, в этой организации решают не только спортивные достижения. Игра на публику и касса часто важнее самой победы. 100%. А что он же получал полгода назад? Он же там стучал, как курица по полу. За 10 миллионов долларов с Диазом. А что? 100%. Ему какая разница? Он бабки зарабатывает. В Америке считают, что бой Нурмагомедов-Макгрегор не самая рейтинговая вывеска. Мол, денег это принесет меньше, чем, к примеру, третий бой ирландца с Нейтом Диасом. Если бы Хабиба пригласили выступать в Madison Square Garden на главный ринг, его первый бой не собрал бы такую аудиторию. Ребята, это бизнес, ничего личного. Есть Макгрегор и все остальные. Он собирает аншлаги. Хабиб провел уже немало боев, но кассовые сборы у него не такие высокие. А Макгрегор кассу делает исправно. Его можно любить, можно ненавидеть, но на него люди из океана летят посмотреть. Неважно, с кем он дерется. Спорить можно сколько угодно, но то, что у тебя в организации находится непобежденный Хабиб, забывать нельзя. Конечно, я кому-то интересен. Почему? Почему? Потому что люди будут... Кто-то будет хотеть смотреть, как я проиграю, а кто-то будет хотеть смотреть, как я выиграю. У меня есть то, что нет ни у одного легковеса и вообще ни у одного бойца в UFC. Это самая длинная победная серия за всю историю, можно сказать. UFC 24-0, ни одного бойца не было в UFC. Некоторые считают, что ирландец просто боится россиянина. Если на Альвареса Макгрегор кидался стулом и вел себя как король, то в подтрибунном помещении Madison Square Garden эпатаж улетучился. Я увидел, что на меня посмотрел. Я ему сказал, что ты смотришь на меня. Я понял, что в его взгляде не было таких, добра не было. Я понял, что смотришь? Что смотришь? И пошло-поехало. Я понимал, что не дадут. Я особо и не пытался там драться. Я просто хотел ему в глаза посмотреть. Я ему сказал, посмотрим. Я говорю, собирайся, тебе лицо размазать. Он сказал, посмотрим. Я за свои слова отвечаю, я ему бросил вызов. Посмотрим на него. Сам Макгрегор бросает вызов другим. Тем, кто может принести ему денег. Например, побить Мейвезера по правилам бокса и заработать 100 миллионов. Это реально. Ирландец может заработать и деньги, и тяжелое сотрясение мозга. Мейвезер в боксе не уступал никому 19 лет. Почему нет? Самые обсуждаемые два бойца могли бы заработать минимум 200-300 миллионов долларов на двоих. А Мейвезер тоже такой, любитель больших денег. Хоть он не ушел в спорт, если 200 миллионов долларов предложит, я думаю, он сможет зал запрыгнуть на 3 месяца. В Дагестане сейчас настоящий Хабиба-бум. Он практически не снимает капюшон, чтобы не узнали. Но на футбол по возможности ходит. Игроки Анжи дарят ему свои футболки, а болельщики огромные баннеры. Скоро в UFC станет еще на одного россиянина больше. Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Белял Махов решил сменить борцовский ковер на восьмиугольник. Время ничем не смогу помочь. Потому что он в два раза больше, чем меня. А так организационный момент, что где как подсказать, я, конечно, всегда рад. Пойдем на берег, да, берег тоже хочу посмотреть. Организационные моменты потом. Сейчас Хабиб, планировавший отдохнуть 3 месяца, снова приступает к тренировкам. Во-первых, отец расслабиться не даст, а во-вторых, сам боец не желает мириться с тем, что золотой пояс висит не на его плече. Мурат Латипов, Сергей Сорокин, Антон Алькимович, Александр Шуб, Матч ТВ. Вы жесткий или жестокий? Я бы сказал и так, и так. Но с пользой для них. В конечном итоге вам спасибо говорят. Некоторые говорят, вы мало наказывали. Страшновато, но это для посторонних. Таким отца Хабиба Нурмагомедова
видели немногие. Ну, мы собираемся каждый год 31-го со всеми моими спортсменами. Подводим итоги и ставим задачи. Ну, я бы сказал, мне там становится намного легче. Потому что итоги хорошие? Потому что они радовали меня за этот год. Это ни с чем не сравниваешь. Мечта Хабиба когда-нибудь подарить отцу пояс чемпиона UFC. Правда, по словам Нурмагомедова, в этой организации решают не только спортивные достижения. Игра на публику и касса часто важнее самой победы. 100%. А что он же получал полгода назад? Он же там стучал, как курица по полу за 10 миллионов долларов с Диазом. А что? 100%. Ему какая разница? Он бабки зарабатывает. В Америке считают, что бой Нурмагомедов-Макгрегор не самая рейтинговая вывеска. Мол, денег это принесет меньше, чем, к примеру, третий бой ирландца с Нейтом Диасом. Если бы Хабиба пригласили выступать в Madison Square Garden на главный ринг, его первый бой... Madison Square Garden в Нью-Йорке видел разное. Но не белую папаху, а от души нахлобученную победителем боя на голову судье. И слышал разное. Но чтоб вот так, в открытую, на чистом английском, кто-то осмелился заявить тысячам местных ирландцев, что вы, ребята, неплохие, но в России население в 40 раз больше, а потому финалы абсолютного бойцовского чемпионата UFC надо проводить именно в России. Такого Мэдисон еще не слышал. В ответ свист, улюлюканье. Но он сказал все, что думал. В восьмиграннике стоял боец Хабиб Нурмагомедов. За 5 минут до этого болевым приемом на руку кимурой, уложивший американца Майкла Джонсона. Теперь Нурмагомедову Джонсон не интересен. Есть фигура покрупнее, которая пока ограничивается перебранками и встречи с Нурмагомедовым тщательно избегает. Как там дела у Конора Макгрегора, поинтересовался у Хабиба Мурат Латипов. Самый прибыльный турнир в истории UFC, 17 миллионов долларов, сопровождала куча скандалов. Макгрегор на пресс-конференции с Альваресом махался стульями, как мушкетер. Он же в подтрибунном помещении пытался устроить драку с Хабибом Нурмагомедовым. Он же заработал больше всех – 3,5 миллиона долларов. Не собрал бы такую аудиторию. Ребята, это бизнес, ничего личного. Есть Макгрегор и все остальные. Он собирает аншлаги. Хабиб провел уже немало боев, но кассовые сборы у него не такие высокие. А Макгрегор кассу делает исправно. Его можно любить, можно ненавидеть, но на него люди из океана летят посмотреть. Неважно, с кем он дерется. Спорить можно сколько угодно, но то, что у тебя в организации находится непобежденный Хабиб, забывать нельзя. Конечно, я кому-то интересен. Почему? Почему? Потому что люди будут... Кто-то будет хотеть смотреть, как я проиграю, а кто-то будет хотеть смотреть, как я выиграю. У меня есть то, что нету ни у одного легковеса и вообще ни у одного бойца в UFC. Это самая длинная победная серия за всю историю, можно сказать. UFC 24-0, ни одного бойца не было в UFC. Некоторые считают, что ирландец просто боится россиянина. Если на Альвареса Макгрегор кидался стулом и вел себя как король, то в подтрибунном помещении Madison Square Garden эпатаж улетучился. Я увидел, что на меня посмотрел, я ему сказал, что ты смотришь на меня. Я понял, что в его взгляде не было таких, добра не было. Я понял, что смотришь, и пошло-поехало. Я понимал, что не дадут. Я особо и не пытался там драться. Я просто хотел ему в глаза посмотреть. Я ему сказал, посмотрим. Я говорю, собираюсь тебе лицо размазать. Он сказал, посмотрим. Я за свои слова отвечаю. Я ему бросил вызов. Посмотрим на него. Сам Макгрегор бросает вызов другим. Тем, кто может принести ему денег. Например, побить... Там за кулисами разницы нет. Как мы в детстве говорили, я ему даже далеко плеваться не проиграю. Сразу после схватки в Америке Хабиб прилетел в родной Дагестан увидеть отца. С ним о боях ни слова. Есть дела поважнее. Я думаю, здесь можно чуть-чуть трибуны сделать на 2-3 ряда, чтобы люди могли сидеть. Для Хабиба отец, понятное дело, авторитет. Своего тренера и учителя слушается беспрекословно. Во все времена отец – это номер один человек.
Конечно, мы обязаны любить матерей больше. Ему не говорить это. Так, в общем, отец это все. Я не скажу, камера скажет. Пускай. Я думаю, он догадывается. Вы друзья? Нет, мы не друзья. Для него я всегда был авторитет, а для меня он сын. В планах Абдулманапа Нурмагомедова переделать бывшую правительственную гостиницу в современный спорткомплекс, где вырастут новые чемпионы. Сейчас у него 28 спортсменов, за ними наблюдают 32 камеры. Пропустить тренировку можно, но только по одной причине. Надо выяснить, почему он не выбежал. Перелом, можете его спасти. А другие моменты больные, у кого-то чего-то всегда что-то болит. Тогда что ходить на тренировки? Строгость и дисциплина. Так воспитывал сына, так и остальных воспитывает. Провинился, ступай на аллею штрафников. Рыт лунки, подсаженцы. Хабибу везет. Пока. Я успею, я думаю. Но пока что я не успел, но по-любому он найдет, к чему докопаться. В этом плане он серьезный круг. За всем этим позабылось, что за титул с Альваресом должен был драться Хабиб. Неужели президент UFC Дэн Уайт попросту обманул россиянина? Сначала сказал «да», а потом передумал. Они кого-то считают своим. Я точно не свой. Хабиб молчать не стал и после победного боя с Майклом Джонсоном взял в руки микрофон. Население Ирландии 6 миллионов человек, в России 150. Раз Макгрегор считается сильнейшим, я хочу драться с вашим цыпленком. Почему цыпленок? Цыпленок, не знаю, Макгрегор, Макчекен, Макдональдс, бывает это движение. А цыпленок, именно не то, что цыпленок, это имел в виду, я курицу имел в виду, чекен. Я представляю нашу родину, Дагестан, Россию. У России символ орел, у Дагестана символ орел. У меня такое чуть тяжелое имя для американцев, меня в Америке знают как орла. Так что я хотел, чтобы они почувствовали разницу между орлом и курицей. Разницу почувствовать, если удастся, то не скоро. В UFC уже объявили, Макгрегор до мая 2017 года биться не будет. Его девушка ждет ребенка. Ей нельзя нервничать. Вошли в положение. Послушать Хабиба ему все равно, с кем драться. Есть пояс? Подходи. Нет его? Свободен. Мне 200 лет не интересен Конор. Единственное, что меня интересует, это у него пояс. То, что я буду с ним сражаться, можно сказать, во всех полях, во всех уровнях. Хочет на языке, хочет драться, хочет.